Открытие нового корпуса стало хорошим подарком ко Дню детей. Ведь, по сути, детский сад считается вторым домом для малышей. Здесь они учатся, физически развиваются и отдыхают. И немаловажную роль играют созданные условия, начиная от спален до игровых комнат. Этому вопросу муниципалитет уделяет особое внимание. Вам понравился новый детский сад? Да! А, вот это молодцы! Что вам понравилось здесь? Как? А мне понравилось здесь то. А, наверное... Игрушек не хватает здесь, кроме стола? Хватает! Не надо больше? Не надо больше или надо? Надо! Надо, давай! Раз надо, бери! Давай! Кому еще дать? Помимо игровых комнат, спален, раздевалок и буфетов, в корпусе предусмотрены отдельные залы для музыкальных и физкультурных занятий, где ребята и представили гостям концертную программу со стихами и зажигательными танцами. Без благодарности не остались и строители. Помимо нового здания, они подарили ребятам и большой телевизор, а взамен получили благодарственные письма от главы города. Кстати, возвести новый корпус им удалось за год. Строительство пристройки велось по краевой целевой программе. Корпус рассчитан на 80 мест и отвечает всем современным требованиям. Здесь предусмотрены 4 группы по возрастным категориям от 2 до 7 лет. Помещения оборудованы по последнему слову техники в соответствии с новыми требованиями СанПин. Благоустроена и территория учреждения. Для каждой группы установлены прогулочные веранды с детским оборудованием. Детский сад здесь нужен был обязательно, пристроечка наша нужна, поэтому вот 80 деток к нам придут, даже может быть и больше. Через недельку-полторы мы уже запустим сюда детей. Мы их ждем с нетерпением все. Через несколько дней сюда придет и 3-летний Артур Оганян. Раньше он ходил в частный садик. Возможность перейти в муниципальный стала приятным сюрпризом для его мамы. Очень довольны, ждали долго, чтобы открылся этот садик, пристройка новая. Очень хотим пойти, вот ждем открытия. Все очень красиво, оборудование красивое, персонал хороший. За последние годы в Сочи появились 3 детских сада и 6 пристроек. Кроме того, были отремонтированы и ряд существующих. Таким образом, количество мест удалось увеличить на 2000. Чтобы решить проблему на 100%, чтобы все те детки, которые хотят получить место в детском саду, получали, нам еще необходимо построить 6000 мест в детских садах. В 2015-2016 году нам предстоит построить еще 11 новых детских садиков. Вот. И 12 пристроек к детским садам. И вопрос нехватки мест в дошкольное учреждение будет решен во всех районах курорта. Кстати, только в июне в эксплуатацию будут введены сразу 4 пристройки, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.